Молодежь в Семее провела городской субботник, чтобы устранить последствия воскресного урагана. Организатором акции выступили активисты молодежного крыла «Жасотан». Молодые люди в первую очередь решили привести в порядок остров Полковничий. Этот зеленый уголок – самое популярное место отдыха горожан. Участники акции очистили пешеходные дорожки от веток. Собранный сухостой в качестве дров на зиму активисты намерены передать ветерану Великой Отечественной войны, который проживает на этом острове. Молодежь у нас очень активная нашего города, она отзывается сразу же, у нас не первый раз здесь проводятся субботники. Но сейчас наша самая основная цель — это убрать вот эту тропу и вот прилегающую к ней вот территорию. Надеемся, что в течение 2 дней, сегодня-завтра, постараемся всю эту территорию убрать.